Приветствую всех любителей рукоделия и не только. Сегодня я хочу показать, как же сделать вот такой вот модуль звездочка. Ее можно сделать и как аппликация, а также можно сделать и как элемент скрапбукинга, что я, конечно, покажу позже. Для этого нам понадобятся ниточки и крючок. Начнем. Вначале обматываем на два пальчика ниточку. Вот так вот. И придерживаем безымянным и мизинцем. Теперь вставляем под саму вот эту петелечку крючок. Затем захватываем сверху нитку, которая идет к безымянному пальцу, и вытаскиваем. Вот у нас первая петелька. И потом делаем одну воздушную. Вот. Это у нас заготовочка. Теперь в сам кружочек делаем столбик без накида и 3 воздушные. 1, 2, 3. И так повторяем 10 раз. Это у нас первый. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый. И, наконец, 10. Но мы не делаем 3 воздушные петли, а делаем только 1 воздушную петлю. Берем за кончик вот этой вот ниточки и затягиваем круг. Выравниваем его и вот так вот затягиваем. Хорошенько затягиваем. Вот такой вот кружочек получился. И теперь делаем 1 полустолбик в самый первый наш столбик без накида. Вот. То есть круг мы закрыли. Теперь делаем 3 воздушные петли подъемом второго ряда. И дальше накид, и вот в следующую дугу, вот она следующая дуга, делаем столбик с накидом. Теперь 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь опять накид, вставляем в следующую дугу из 3 воздушных, которые мы делали в нижележащем ряду. Вытаскиваем. У нас получилось 1, 2, 3. И теперь вытягиваем только через 2 петелечки. 2 осталось. Опять накид. И то же самое делаем во вторую дугу. Через 2 вытягиваем. И теперь берем ниточку и через все 3 вытащили. Опять. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И так до конца ряда.
столбик с накидом незаконченный. И еще один. То есть получается два столбика вместе с накидом. Раз, два, три, четыре, пять. И опять то же самое. И последние 5 воздушных, и мы закрываем круг. Соединительной петелькой. 3, 4, 5. И вот вставляем в самый-самый уголочек. И закрываем. Вот такая у нас получилась маленькая звездочка. Но мы это делаем большую звезду. Вот такая вот она получилась. Вот. Для этого я делаю 11 воздушных петель подъема, чтобы получилась вот тут часть звездочки. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь пропускаем. Вот сейчас ближе по 2 петли. 1, 2. И в третью делаем столбик без накида. 1. В следующую еще один столбик без накида. Дальше в следующие 2 петли делаем по столбику, да по полустолбику с накидом. Вот накид делаем, вставляем в петелечку, вытаскиваем из цепочки и через все протягиваем. Раз. И такую же. 2. Теперь делаем следующие 2 воздушные петельки по столбику с накидом. Раз. 2. В следующие 2 воздушные петли делаем по столбику с 2 накидами. Так. 1. Два. И в последнюю петелечку делаем столбик с 3 накидами. Вот так. И вот сюда вот, где заканчиваются воздушные петли нижележащего ряда, делаю просто соединительную петлю. И так делаю еще 1, 2, 3, 4 раза. И заканчиваю я делать звездочку. Осталось совсем чуть-чуть. И остается последний ряд. 2, 3. Краевой, который будет декоративный. Так, ну что ж, соединяю. Вот. И остался последний ряд. Делаем 1 воздушную. Туда же. 1 столбик без накида. Дальше.
второй столбик без накида и третий столбик без накида. Далее 3 воздушных. Теперь вот там, где столбик без накида был, берем и вставляем крючок в петельку. Далее делаем следующий столбик без накида. Итак, у нас будет 3 столбика без накида, 3 воздушные петли, так сказать, пико. Сюда вот в петельку и дальше продолжаю вязать как столбик без накида. Последние 3 до вершины. Вершину там, где у нас было 2 воздушные, мы делаем последний столбик, потом 3 воздушные и туда же делаем еще один столбик без накида. Поворачиваем и обратно идем вниз. Раз, столбик без накида. 2, столбик без накида. 3. И опять 3 воздушные. И таким способом мы оформляем весь край нашей получившейся звездочки. Единственное, вот когда вот есть тупой угол, мы делаем 3 воздушные точно так же, и будет не 3 столбика без накида, а 5 столбиков без накида, пока мы не перейдем на следующий луч нашей звезды. 1, 2, 3, 4, 5. И опять 3 воздушных. Три столбика без накида. Три воздушных. Три столбика без накида. И так до конца. Ну вот, я заканчиваю обработку края. Осталось совсем чуть-чуть. И у меня получится вот такой вот элемент. Звездочка. Элемент или модуль, кому как нравится. По-моему, я не пропустила.
И осталось два столбика без накида. Теперь делаю соединительную петлю. Одну воздушную и ниточку отрезаю и вытягиваю. Ну что ж, вот такая вот звездочка у меня получилась. Теперь ее надо накрахмалить. А в следующем мастер-классе я покажу, как же с помощью этой звездочки оформить, а до этого сделать необыкновенную открытку в стиле скрапбукинг. Ну и не только. На этом все. Пока-пока.